10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Так, сори, гайз, очень сильно я извиняюсь, то, что так у меня получилось. То, что я отошел. В общем, быстренько пролетаемся по стадии банапиков. Ребятки из команды Team Sick Movie и Киски встречаются у нас в финале. Борются они за победу, собственно, в данном чемпионатике. Ну, в общем, ребятки из команды Силы Тьмы Sick Movie пикнули Винтер Виверну, Герокоптера, Туска и Дизраптора. 4 бана от них уже заехало. Это Queen of Pain, Bounty Hunter, Phantom Lancer и Earthshaker. Так, ну а Киски, в свою очередь, пикнули себе Дарксира, Виндрейнджера, Виспа и Тини. Опять же, в бане Лишачок, Блусикер, Темплар Ассасин, Клакверк и Шторм Спирит. Вот такие достаточно стандартные, на самом деле, баны и пики. То есть, опять же, от кисок мы с вами видели. Тини Висп заходит вообще великолепно. Это, грубо говоря, повтор, наверное, той игры. Ну, я очень за них, на самом деле, я очень на них надеюсь. То есть, как бы, если они пикают этих героев, я в этом плане говорю, да? Если они пикают этих героев, значит, они этими героями могут. И не боятся пикать их в каждой игре, собственно. Вот, значит, у них все окей с этим героем. С этими героями. Так, ну что, ждем, собственно, последнего бана от ребят из команды Team Sick Movie. Вот. Ну, пока что что-то они призадумались. Что? В принципе, 27 секунд есть дополнительного времени на все это дело. Леон, кстати, заехал последним баном от ребят из команды Сил Тьмы. Ну и почему бы и нет, кстати. Вот. Ну и сразу же ласт пиком Сайленсер, вот ребятка с команды Киски. Вот так вот. То есть смысла нету изобретать велосипед, наверное, да? Потому что Сайленсер просто-напросто заходит последним героем в пике и все. Так, ну стой, я опять буквально секундочку, ребят, отлечу. Вот. Reserve time. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Так, ну что ж, я вернулся на свое законное место и зашел Вайпер ластпиком, я понял. В принципе, у обеих команд пик нереально жесткий, серьезно, потому что что Вайпер, что Дизраптор, Туз, Герокоптер, Свинтер, Верно, это очень серьезная штука. Опять же, Дизрапторы не отдали ребяткам из команды Киски, или у них вообще не было, я уж там на самом деле предзабыл что-то. Так. Ну и смотрим, наверное, дальше за игру. Это последняя катка на сегодня у нас с вами, да? И я, честно говоря, уже устал немножечко. Так, ну тут все стандартно у кисок. Опять-таки, Дарксир идет на топ, станет он здесь соло, стал шилд, 4 танка, 2 ветки. Ой, господи, 1 ветка, 2 кларити, 1 на сервер вард. Собственно, Healing Slave, Висп тут без закупа, потому что будет брать руну и получать себе быстрый ботл. Стаут Шилд у Тини, 4 танга, 2 ветки, Healing Slave. Вот, на тизере к нему Висп притянулся, как без разницы. Вот, Верочка с 0 талисманом, 4 танга, тут же находится Сайленсер, 4 танга, 2 Кларити, 2 ветки и 1 Обсервер Вар. Тут у ребятки с команды Sick Movie немножко все по-другому. Герокоптер включал себе Rocket Barrage, Ink of Protection, 8 танга, 2 ветки, сзади Вайпер пойдет в мидл, скорее всего, Тангусы запулили, 1 Сентрик, Фрайсбенд и 2 ветки.
Вот, что по поводу дизраптора, тут опять-таки две ветки, три танга, один хилинг слейв и одно кларити. Что у нас? Что у нас у Туска вообще? У Туска стал шилд, 4 тангусика, собственно, одна веточка, хилинг слейв, кларити и сервер вард. Так, ну и пауза какая-то сразу же заехала. Так, ну что ж, 20 секундочек до начала, собственно, игры. Сейчас будет, видимо, какой-то экшон на руне, или не будет никакого экшона. Я так понимаю, на ботами стоит Сайленсер, будет забирать руну, достанется она все-таки виспу, скорее всего. Вот, ну а на топе, скорее... Ой-ой-ой, тут взлетает на Валорас Панч, сейчас заберет, скорее всего, руну, Тизири вернулись, хорошо. Забирает здесь Фисп, руну, богатство, огромные проблемки могут быть сейчас у Туска, но опять же, Тизер уже пролетел по Туску, и больше они его не замедлят. Ну а на топе забирает руну, богатство, Вайпер. Лол, First Blood, совершайте, Сайленсер, каким образом? А, был пауэршот от выручки такой в спину. Вот это да. Вот это нормальная тема. Так, ну что ж, как же больно сейчас виспу от руки Вайпер и Винтер Виверн. Винтер Виверн опять-таки тут со своим замедлением. Ладненько. Так, откроем пока что общую ценность. Посмотрим, что у нас... в топчике Вайпер. Вайпер на первой минуте пока что доминирует. В принципе, стоит он на миде, добивает крипов вполне неплохо. Вот сколько? А, уже плохо. Уже один добитый крип, точка. Хорошо, полетел сюда Аваланш, тени тосик. Закинул он его обратно на своих крипов. Надо с руки сейчас бить. Вайпер тоже очень больно бьет по виспу. Опять-таки, тут Винтер Виверна со своей леталочкой. Тоже все это очень больно и сильно бьет. Так, Винтер Виверна хорошо юзнула на свой, собственно, Арктик Бёрн. Висп на релаке. Ой, господи, на скьювере присосался. Тут же хилочка от теника. Теник работает, выхиливается. И залетает тычка с руки от Винтер Виверны. Ой, господи, от вышечки Винтер Виверне, но она все равно живет. Вот так вот, на грани на самом деле играют сейчас киски, но у них на самом деле все получается так, как должно быть. Так, что тут на топе вообще начинается? Блин, опять тут Дарксир, Оффлейнер, у ребят из команды киски быкуют на всех. Вот. Кстати, Туск умирает. От кого умер Туск сейчас? Виндрейдж убивает здесь Туска. Здравствуйте. Туск какого был? Второго левела, Айшарза на единичку и, собственно, Сноубол тоже. Вот, да, всем привет, гайз. Так, что у нас тут вообще? Тут у нас Дарксир с Айншеллами подталкивает неплохо лайн. Пока что Дизраптор ему абсолютно ничего сделать не может. Сейчас только крипочков загнет и получит еще ими по голове Айншеллами, да? Вот, что, собственно, сейчас и происходит. Такие вот дела. Так, ну что еще? Что еще? Туск второго левела. 202 экспириенса сверху, собственно. Господи, вот что за ЦПДшник? Меня приглашают постоянно... Приглашает меня в пати. Сейчас как кину ему банчик. И все. Так, ну что, какие-то разборки начинаются у Дарксира с Герокоптером и Дизраптором. Хорошо, вернули на Глимсе, но тут же Айншелл висит. Так, кто-то сюда прилетел. Висп, хорошо, на телепортике. Спиризы очень больно бьют, ластычка с руки от виспа. Герокоптер тоже умирает. Вот это да, успел он себе купить телепорт, разве что только в спину, да, себе, пока ему били. Вот, ну, как бы сейчас на телепортике вернется. Вот так вот. Ну что еще? Так, Виндрейдж 4-го левела, на двоечку пауэршот, на единичку Виндран и Шекл тоже. Тини где-то умирает, ой-ой, как же так, Вайпер его здесь наказал. Без ульты, я, кстати, думал то, что Вайперу будет достаточно тяжело убивать Тиника без ульты, но все-таки он помер. Так, Глимс, хорошо. Сейчас, а не Глимса-то нет, Лол в кулдауне, просто-напросто ходит на сурж, здесь Дарксир, летит ракетка в спину ему от Герокоптера, он просто-напросто смирился со своей участью, что она по нему ударит. Вот так вот.
Ну тоже напомню, кстати, то, что киски прошлую игру закончили за 16 минут. Серьезно. Просто за 16 минут они раскатали своих оппонентов и даже не почувствовали их. Так, хорошо, опять проблемки у Виспа, Шарзы подъехали, Виспер... Господи ж, боже мой, сейчас Шеклом немножко не связала. Очень больно бьет с руки Вайпер, огромный урон, кстати, от Винтервера, второго скилла. Повершотик в спину им всем. В итоге лоу-хиповый туск забрили они здесь. Виспулечку, виспулечку. Ну и, собственно, все. Так, ну и, собственно, стоит здесь висп с батлом. В принципе, можно отрегенить часть тиника. Вот, ну и вообще без проблем. Так, Веречка стоит на ботме. 25 добитых крепочков. Это, опять же, топовый показатель на карте. Посмотрим, что по общей ценности она тоже сейчас в топе находится. На 200 монет отстает от нее Вайпер. У него 2100 монеточек заработано. Да, купил себе, собственно, Баклер. Будет выходить, наверное, в Миказм. Есть попыточка у него, я так понимаю, будет вапнуть себе стики. Вот, но... Правда, это такое дело. Так, летит на топ. Куда? Или не на топ? На мидл прилетел Вайпер. Окей. Так, пока отвлекся, дизраптор где-то умер. Третьего левела. Вот это да. Кто его убил-то вообще? Тини убивает дизраптора. Ну, почему бы и нет, Тинику бы не убивать дизраптора. Так, пятый левел, хорошо, Вайпер опять начинает харасить своего оппонента. Огромные проблемы могут быть сейчас у Тини, потому что Вайпер-то уже шестого левела. Есть у него Баклер. Баклер это вам не хухры-мухры, серьезно. Так, опять какие-то проблемы, разборки. Тини дал жетоса, Валанш, все это попадает по Вайперу. Да, ай-яй, прожимаются сейчас стики. Огромное количество урона Винтер Виверна дает еще хилочку Вайперу. Вайпер выживает даблкил, совершает Винтер Виверна. Что-то сейчас ребяткам из команды Киски все не так легко дается. Серьезно, 6 минута, 5-4 уже счет. И Винтер Виверна делает свое дело. Так, ну что ж, смотрим. Сальсер тут добивает тоже крепочков. Ну все окей. Так, что тут опять на топе? На топе опять убивает здесь Тини дизраптора, Висп убивает гирокоптера. Вот так вот. Ну я вообще, серьезно, я уже ничему здесь не удивляюсь на самом деле, потому что... Так, ладно, Туск стоит против Эрочки, тоже пытается как-то получать себе экспириенс и монеточки. В Затаре у него только Boots of Speed, Clarity и Stout Shield, 4 левел. У Эрочки все более-менее, 1400 монет. Тини опять умирает от рук Вайпера. Гонят Виспа на Глимсе, вернули Виспулечку сюда, убивают его тоже. Вайпер дает еще Вайпер страйк по Салису. У Салиса тоже могут быть огромные проблемы, но он все-таки уходит. Вот так вот. Какой-то жесткий вообще Вайпер, серьезно. Здесь раскатывает. Ну хотя. Это Вайпер. Чему тут удивляться, собственно? Так, ну что, опять какой-то телепортик на мидл притаться до тени, дает сразу же тосик. На шестом левеле взял, кстати, ульту. 7-6 счет. Где-то Туска тут разминает. Хорошо, с повершотикой Верочка здесь убивает еще и Туска с помощью виспа, да? Ну ладно. Так, умер Туск, собственно, 5 левела. Его не будет тут немножко уже секундочек. Совсем скоро он реснется. Ух, как я уже устал на самом деле, гайс. Третья игра. Фиск, кстати, опять убивает кого-то из игроков. Убивает он Витер Виверну. 355 монет получил. Тени тут фармят тройные спавны. Вот так вот. Ну ладно, Тини сейчас свапнет уже седьмой левел. 490 монет у пацана есть. Грыженные стики, Boots of Speed. Выход сейчас будет в
И где-то Туска все это время насиловали. Туску убили здесь под вышечкой вообще. На топе... Кого побрили вообще? На топе-то кто кого убил? А, Керокоптер убил на топе Тарксира. Вот так вот. То есть здесь опять какие-то разборки, наверное, на миде надо устраивать. Опять выходит Тинь, сейчас лох и повый. На самом деле это очень рисковый момент. А выйти так на Вайпера, это нехорошо. Кстати, Вайпер купил уже себе Ring of Regen. И совсем немножко ему остается до хедресочки-то. Так, Тосик мимо Вайпера. Вайпер вообще ничего не попало. Вот, ну и сейчас Виспи, в принципе, полностью отрегенит этого Тинника, да, и попыточка, наверное, будет зайти на Вайпера убить. Ну, тяжело убить такого Вайпера, серьезно, у него же 1100... А, 948 хп с ПТ-шечкой на ловкость. Вот, с ПТ-шечкой на силу у него хп вообще там 1100 с чем-то. Это такое дело, на самом деле. Так, Сальнисер 5 левела. Фармит крепочков. Стоит в вайсшардзах здесь. Выходит сюда Леонид на ВРочке. Интересно, будет ли какая-то попытка зацепить сейчас Туска. Но Туск очень злого играет, серьезно. То есть он просто-напросто сразу откинул вайсшардзы и ушел на своих двоих под свою вышку стоять. Так, на релокейте хорошо закинули сюда Веспа. Опять-таки Урн оф Шэдоу закинули. Кто-то сюда еще летит на телепорте. Хорошо забрели Дизраптора. Статик Шторм. Ой-ой-ой, как больно сейчас Вайпер утонул в тени. Тень надо как-то спасаться. Кулдан Гирокоптер пошел. Сурш на Дарксире висит. Надо сейчас что-то сделать с разворота. Наверное, уйти не удастся уже. Вот, но все-таки Дарксира здесь убили. То есть в один разменялись обе команды, да. Лох и Пов и Гирокоптер остался. Винтерверна Флоу фактически. Ну и Вайпер такой наполовине достаточно. Ну, в принципе, почему бы и нет? Разменялись. Что у нас по графикам? Чуть более 2000 преимущества по экспириенсу в пользу ребят с команды Киски. И около 4000 по монеточкам. В пользу той же самой последней упомянутой команды. То есть, в принципе, неплохо сейчас фармят ВР-ка. Действительно, появился у него уже Блинк Дайгер. 11 минута. 0 талисман, фейсбуцик, стики негрейженные. Вот и все, собственно. Так, тут под двумя эншелами Дарксира с Тиником находится. Тинь 8 левела получил себе уже наконец-то свои барабаны заветные. ПТ-чик будет собирать, купил телепортик, если что, куда-то перетянется. Так, ну и Глиф куда-то прожался. Глиф прожался на топ, от ребятки с команды СМ. Вот, я хз, что они там вообще будут ловить, но... А, тут Винтерверна все-таки пришла ДФ, скинула она своим вторым скиллом. Но дальше-то что? Дальше ничего не происходит. Так, на Глимсе вернули сюда. Ой-ой-ой, как неприятно. Дарксира на Сурже, он отсюда же уходит. Хорошо. А тут Висп на релокейте. С кем он улетает, лол? Так, залетели сюда. Туск распальша пытается зацепить сейчас Тиника. Тинь дает авалаж. Хорошо, ластычка с руки от ВРочки. Висп убивает Туска. Тинь убивает здесь буйствующего Вайпера. Глобал Сайленс прожимается на топе. Какие-то файты начинаются. Как же сейчас больно Тинику с Виспом. Куда он, Гиркоптер, пошел? Авалаж. Хорошо, Тосик. И все, это очень больно заходит по тайншелам. Выкупается Висп. Хорошо. А зачем выкуп-то был? Прилетел он сюда. Господи, его сразу же вернули на базу. Вот это бред, серьезно, ребят. Такие вот дела. Ну что ж, Вайпер 9 левела, 870 экспириенса, Миказм, ПТ-шечка в Райзбенд и, собственно, Гришин. И стики есть, 108 монет сверху. Что еще у нас? Так, ну, Сайленсер 8 левела. Last War, собственно, замакшенный. Курс of the Silent на единичку. Gloss of Wisdom тоже на двоечку вкачанный. Есть у него Мидас и Транквил Буцы. 479 монет сверху. Бегает сейчас в кустах Винтервена. Появляется у него тоже Транквил Арк. И появляется, собственно, Soul Ring. Я так понимаю, ребятки из команды Киски будут заходить на тир-1 вышечку. Остается тут дать просто-напросто пару тычек. Тинь ее с Тосика убивает. Так, опять перетянулись просто-напросто на релокейте сразу же на ботом. Киллингспри уже совершает на самом деле Сайленсер. И вот, вот этот момент, когда, по-моему, Киски начали давить, как давили в той игре за 16 минут. Это
же вообще очень жестко, серьезно. Так, ну тут до сих пор стоит Vision, ну, ребятки, с командой SM на вражеском хайграунде, на миде, да? Так, опять-таки, один момент. Какие-то проблемки у меня. Ну ладно. Так, рун двойного урона у ВР-ки появилась. Сейчас, в принципе, с этой руной можно какую-нибудь грязь сделать, потому что 79 плюс 106 урона на полу не валяется. Да, хорошо, ракеточка полетела. Сейчас по тине кутине по голове, в принципе, не больно. А, ой-ой-ой, ВР-ка сюда заходит просто-напросто. Получается сразу же вайпер, страйк от вайпера. Ульту от Винтерверна очень больно. Шарта заходит от Туска. Сноубол очень больно. Сейчас получает Винтерверна по голове. Прожимается здесь мека. Умирает ВР-ка с виспом. Вот это да. СМ сейчас очень дерзко подрались. Опять-таки, еще и тини здесь не отпустят. Скорее всего, распаша. Ай-яй-яй, от Туска как больно. Что вообще киски отдают своим противникам фраги вот так вот? И какая великолепная игра вот СМов на данный момент. Забревают, наверное, теперь вышку. Вышечка упала, все. Что дальше-то делать? Посмотрим, что у нас по графикам после данного файта. Вот как графики перевернулись, конечно, наполовину фактически они уменьшились. Так, ну что, на ботом притянули сразу же СМы. Ой-ой-ой, как все вообще тяжко, как все тяжко. Прошлая игра закончилась за 30 минут вообще. Ой, господи, за 30, за 16. Так, ну, кстати, размен вышечками идет. Киски сейчас пушат тир 2 на миде, да? Пока что нет у ВР-очки. Погоним скептера. Но тини, в принципе, достаточно больно бьет. СМ сейчас находится на ботом. И тир 1 вышку забрали, скорее всего. Ну и тут-то надо забрать вышечку или нет? Так, Thunderstrike от Disruptor на крепочках висел. Все, ничего дальше не происходит. Так, все окей вообще. Я вообще серьезно сижу просто-напросто залипаю. 44 человека смотрят на то, как я реально залипаю. Так, надо взбодриться. Айншел накинул Дарксир, целых два сюда на крепочков. Лайн они, в принципе, подпушивают. Но тут есть вайперсы, что вайпер очень много урона наносит по крепочкам. Мы с вами это знаем, да? Вот. Ну и стоят тут на фишечке СМы. И что дальше-то вообще? Тут Сайлестер фармит с Мидасом. Купил себе рецепт на Refresher Orb. Нет, серьезно, рецепт на Refresher Orb. То есть абсолютно без всего парень решил заварить себе рецепт. Я понял. Ее где-то глупо Сайлент прожался, тут тени залетает хорошо, Тосик дает, Аваланж дает, Винтерверн дает ульту, кулдаун от Герокоптера, все это очень больно, по тиннику залетает, виспа-то уже тут нету, как же сейчас дамажит этого виспа, ой господи, тинник, хорошо, стеночка поставили вакуум, вроде бы все это залетело неплохо, но Винтерверн откидывается вторым скиллом, и лох, и повый, находится сейчас Герокоптер, Герокоптер убивает, Дарксир, Дарксир, ВР-шка подошла слишком близко, получила вайпер-страйк на глимсе, вернули сюда в ВР-ку. Шекл, фокус файр, пытается забрить вайпер, но вайпер забрить не получится, потому что Винтер верно здесь его подхиливает.
Господи, что вообще творят сейчас обе команды, серьезно. Размен 2 в 3. Вот, но единственное, что фуловы сейчас находятся в интервью с Дизраптором и Вайпер на половине. В принципе, мека у них есть. Так, Тиник тут убивает еще и Вайпера с Аваланшика, окей. Ну что ж. Размены идут, серьезно, вообще нон-стоп. Здесь еще и Тини убивает, господи, Вайпера, ну конечно. Так, на релокейте куда-то притянулись. Притянулись на мидл, забрили. Здесь еще и Туска. Я говорил в начале игры то, что Тини с Виспом это два героя, которые будут летать по карте вообще без передышки. Experience Тини не получил. В принципе, есть у него уже ставку Физерти 600 монет сверху, остается всего лишь 400 монетчик до появления Гримскейптера. Заберет сейчас еще руну богатства и вообще свободно. А, или руну богатства в эрочке достанется. Тиник решил пофармить, я так понимаю. Нет, решил Тиник вообще ничего не делать, короче, просто-напросто побегал здесь по кругу и забил на это все дело. Так, сори. Какие-то файтики происходят, я это все пропускаю. Ё, повшотик от Верочки хилочку Винтер Верна дала. Так, уходит на телепорте отсюда. Вроде бы Тини должен был уходить, но ульта от Винтера Верны. Куда на гирокоптера? Тут же кинетик Фил стоит, все это уходит в молоко, уходит на телепорте. Висп отсюда, ракеточка летит, Сальнис, Рассальнис, Рунат, как-то сейчас аккуратненько сыграть и уйти отсюда. На Глимсе вернули, ой-ой-ой, взлетать сюда Туск на сноуболе и отпускать не должны был Распанш. Что творят СМы? Как же они сейчас раскатывают своих оппонентов? 19-18, счет вроде бы то одна команда, то другая. Что вообще у нас по графикам? Серьезно. Как говорится, Бэтмен. Вот он, этот Бэтмен. По экспириенсу вообще забейте. Чуть меньше 2500 и около 5000 преимуществ в пользу ребят из команды Киски. Но сейчас СМ заберут Рошана. А что с Рошаном-то? С Рошаном можно заходить уже и пытаться ломать лайны дальше. Так, ну и Рошан, конечно же, достается. У нас там достается Рошанчик-то. Герокоптер, Эгис достается. Вайпер забирает руну богатства. Кстати, Сэнджин Яша появляется у Герокоптера. Ой, господи, у Вайпера. Я вообще думаю о Герокоптере и говорю постоянно. Вот. Ну, этого Сэндж, собственно, Грейжиные стики, Аквила, Брассирочки, АПТ-шечка и Эгис в The Immortal теперь уже есть. У Сайленсера только рецепт на... Рефрешер, Ring of Health, опять-таки у Виспа грыжные стики, ПТ-шечка Ботл, Урн of Shadows и Телепортик. Дарксира тоже все более-менее неплохо. Опять-таки Блинк Даггер, Клака, есть у него Soul Ring, если что, Миказм и Аркейн Буцы с телепортом. Вот, у Тиника уже, кстати, Академ Скептер есть. Вот, ну и у Винрейнджера 12 левел. Остается всего лишь 1400 монет до появления Маганимчика. Вот. Ну что ж, ладно. Гонится сейчас за иллюзией Тини. Опять-таки поворотик от вырочки все это в спину залетает. Ребятки из команды СМ поняли то, что это иллюзия. Вот, ну и гирокоптер ее просто-напросто унизил. Ну что ж, два айтемчика одинаковых у ребят из команды СМ в команде. У Вайпера есть Сэнджин Яша, ну и гирокоптер себе ее тоже сварил. Ну ладно. Так, что тут вообще рисуется за план капкан?
Туз какой-то план рисует. Так, ну, кстати, у СМов есть здесь вижен, у врагов своих, да? То есть, опять-таки, они обхватывают небольшую зону. Вот этот проходик, да? Вот виспа сейчас, в принципе, они видели со спирицами, которые крепочка-то агрит. Так, опять-таки, Курцов за Сальнес накинул Сальнесер. Ой-ой-ой. Все тяжко, гайс. Последняя игра, она дается всегда тяжело. Так, опять-таки, Герокоптер дал куда-то. Куда? Кулдаун. Верочку, да? Вот, Верочка, кстати, имеет уже Аганим Скептер. Да, все, сейчас Аганим... А, лол, у нее нет сейчас еще на Агилу айтемчика. Какие-то тут благодарности от Виспа залетают в сторону Дизраптора. Видимо, на Глимсе вернул его. И сыграло это на руку. Так, ну что еще? Ой, как вообще все жёстенько. Так, ну... Висп опять-таки регенит выручку, пытается ее отрегенить по максимуму. 700 монет остается до Аганим Скептера. Не так все идеально у ребят с команды Киски, как в прошлой игре. СМ тоже в этой игре показывают неплохую игру, серьезно, потому что сейчас есть Аегис, в принципе, у Герокоптера. Герокоптер 13 левела, почему бы и не пойти куда-то попушить с этим Аегисом. Тем более Винтер Верна тут с Глиммер Кейпом, 2000 монет у нее есть. Ну и смоки, кстати, поджимаются от СМов. Так что дальше хорошо. Тут еще бежит туз, рядом курьерчик, Герокоптер. Вообще тут все. Что же я сейчас буду делать? Они могут, кстати, наткнуться на ВРК. Но ВРК, если грамотно, она все сделает очень быстро. Блинкаут нужен, блинкаут. Алло, ВРшка, хорошо. Залетай сюда, туск. Надо уходить на ведране. Туск просто-напросто на сноуборе не успел никуда. Не успел до нее долететь. Да докатиться, господи, все перебрал. Все глаголы вообще движения. Шекл, хорошо, ракеточка от Герокоптера залетела. Вайпер очень больно, бьет с руки. Но все равно ВРшка тут, конечно, не выжила. Не выжила. Вот так вот. 340 монет за выручку выручили пацаны из команды СМ. Ну что по графикам? Графики уже фактически по экспириенсу на нуле, серьезно. Около 3000 преимущества только по монеткам уже. В пользу кисок. Но и в итоге все равно, смотрите, Вайпер сейчас в топе. Вайпер это такой герой, который в early game, если он фармливает себе неплохие слоты, он игру заканчивает до 30 минуты. И вот что сейчас, собственно, и происходит. Ребятки из команды СМ просто-напросто идут и пушат. Остановить их никто не может, серьезно. Так, ну а тут Тини с Виспом бьют сквозь глиф Тавырочек. Тир 2 вышечку на ботами, да. Тини решили оставить здесь. Тини заберет эту вышку. Интересно, пойдет ли дальше или нет. Нет, он на телепорте перетягивается на мидл. Ничего не спушили вообще СМ за это время. Вышка стоит. 890 хп у нее осталось еще. Так, Шекл, великолепно, хорошо связалась здесь Глоба, Сальнес прожимается, Сальнес ради, все это очень тупо. А хорошо, вакуум, ну уходит тут сразу же в глиммер, закидывает в глиммер кейп Вайпера. Так, куда он Герокоптера пошел, Вайпер страйк по Дарксиру, Дарксир на суше уходит опять же в глиммер кейпе. Все, опять-таки Шекл, хорошо связал опять-таки Дизраптора с Туском. Туск уходит, сноубол, тут опять хилочка от Винтер Виверна, Валорас Панш, все это заходит в Тине. Вайпер пытается нарезать, умирает здесь Висп, умирает Винтер Виверна, срезает Виспом, огромные проблемы у Тинника, Тини тоже умирает, на тосе подкидывает Герокоптера. Дабл килл, на Глимсе вернули, хорошо, ВРшка уходит на ведране, получает сразу же кинетик филд, но кинетик филд мимо. Айншилчик, ой господи, Сурж хорошо кидает ее сразу же в глиммер кейп, пытается подсейвить, она выживает в этом глиммер кейпе. И как больно, кстати, сейчас Туску с пауэршота от ВРки. Так, на сноуболе, залетает сюда. Есть Сальнес, Ластворд умирает, скорее всего, здесь Туск умрет. Но кидает ему сразу же хилочку сесть из Раптора, выживая за счет этой хилочки здесь Туск. Что вообще творят? Вот что вообще происходит, серьезно?
Ну лады. Ой, так. Сраптор 11 левела, Тиник рядом. Господи, Тиник бегает с виспом со своим рядом, да. У этого появился госскейптер. Тини тут уже с Яшей одним скейптером. В принципе, так спид у него неплохо, под виспом еще лучше. Вот. Ну а тут Винтер верно с блинкдагером ставит опять-таки обсервики и центрики рядышком. Вот. Ну и чекает Рошан. Рошана пока что нету, ясно, понятно, да. Тут есть у ребят с команды SM Vision. Я не понял, зачем он здесь вообще им. Вот. Но в принципе дает неплохой. Вот туда вот захватывает, почему бы и нет. Вот, по поводу обсервика от ребят из команды Киски, тоже великолепный вижен дает, серьезно. Дает вообще топовый вижен, тем более это ночь еще. Вот, такие дела. Так, ну Сальнистер, кстати, сейчас может встрять, потому что бегает. Ну вот, опять-таки, как я и говорил, сейчас встрянет, у него есть сейчас рефреш, ой-ой-ой, нельзя ему сейчас умирать, кулдангер. Нет, господи, рокетберджет, герокоптер и ракеточка, и все, умирает Сальнистер. Пожалуйста, вот что значит вижен у ребят из команды СМ. Серьезно, они тупо увидели этого Сальнистера, вышли и убили. Все дела. Так, Тинь 14 левела, ВРЧка тоже. Аканим Скептер, Блинк. И фазы с нуль талисманом и стиками негрейшенами. Трактир находится на топе. Сейчас у него есть Глиммер Кейп. Дорошана 9 секунд, к слову. А у ребят из команды SM сейчас есть вижен на Рошанчике. Интересно, догадываются ли об этом Киске? И будет ли вообще какая-то попытка зайти, собственно, и провести файт какой-то, интересно? Или не будет вообще ее? Потому что SM они просто так поставили вардик на Рошана. И, скорее всего, они будут за него как-то драться. Ну так вот. Так, ну что, тут у Герокоптер зафармил опять-таки лесочки. Виндервьер на 11 левела рядом с ним. Герокоптер 15-го. Что летит? БКБ-ха, что летит? Да, Герокоптеру просто-напросто прилетела БКБ-ха. Еще и Огрклаб. Чей это у нас Огрклаб? Вайпер Огрклаб лежит. То есть Вайпер тоже будет выходить в Блэкинг Бар. Либо это выход в Аганим Скептер. На 16 левеле, в принципе, можно уже его собрать. Вообще лучше бы пораньше его собирать, но это такое дело. Вот. Так, ну вот, как я, собственно, и боялся, что игра будет достаточно пассивная. У меня уже, на самом деле, голова очень жестко даже болит от этого дела всего. Представляете, 3 часа разговаривать? Вот. Ну ладно, это, господи, что я тут жалуюсь, это моя работа, лол. Так, ну что, Вайпер фармит леса. Вайпер фармит леса, появился у него Аганим Скептер. Гем оф Трусайт у Квин. О, господи, у Винтер Виверны. У меня уже даже язык, я не своими именами героев называю. Представляете? До чего все дошло вообще? Так, ну что ж, Сальнистер 13 левела. Вот, фармит лесочки. 367 экспириенса. Вот, а тут Дарксир Юина, сейчас уйти ему на блинке, так, хорошо, Глиммер Кей, поставили кинетик филд, нас тут же пытается уйти под это, все это время, в его же фильд, здесь на Глимпсе вернули обратно, залетает, хорошо, Сноубол не успеет уйти, а Сноубол, он успеет уйти, лол, Сноубол просто-напросто не докатился, и Туск просто-напросто психанул и дал распальч, наверное, в крипа от психов. Так, ну, Киски сейчас, конечно же, понимают то, что есть Рошан. Вот, можно попытаться на него зайти, очень быстро он падает, опять-таки, тут Тини с виспом, а так спид, в принципе, неплохой, сколько у Тини на атаку. У Тини на атаку 0.69, что? Вот. Ну и, кстати, Киски, ой, господи, СМ сейчас видит, что происходит вообще на Рошане, спирится от виспа, они опять-таки все дают неплохой вижен, так, прожимается Глобал Санс, Герокоптер заходит сюда под БКБ-хой, огромные проблемы, висп умирает, Вайпер, Сап, Лейгас оф за Иммортал, вернули, запихнули его просто-напросто сюда на хайграунд, есть у него телепорт, прожимается, что тут прожимается, появляется здесь стеночки, оно просто-напросто иллюзия, умирает сейчас два игрока, ребят из команды Киски, умирает Дарксир, умирает Верочка, на Глимсе вернули сюда еще и Сальнистер, разлетает сюда Туск на Сноуболе, ставится кинетик филд, Айс Шард заявил распанч, последняя тысячка и все-таки двойное убийство для Туска, минус 3 от ребят из команды Киски, последним еще убивает здесь виспа и минус 4. Кискам действительно тяжело, да, по-моему, best of 1 игра, ребят.
Ну что хочу сказать. Что по графикам? Давайте посмотрим. Уже преимущество, вот оно, насколько. Чисто Бэтмен. Чисто. Абсолютно ровный Бэтмен. Не хватает только здесь глаз, короче. Вот. Ну ладно. Тысяча с лишним преимущества в пользу ребятки с команды SM по экспириенсу. Ну и 2500 пока что удерживают ребятки из команды Киски. А, вру, графики обновились. Уже фактически нет преимущества у них по монеточкам-то. Ой-ой-ой, Вайпер, блин, с огнем скептера мультует очень далеко ведь. Сразу же в Глиммер Кейп кидают Сайленсер. Сайленсер дает Last Force из воротика. Тини. Хорошо. Аваланшев закидывает. Так, очень больно. Хорошо. Меку прожал здесь. Кто вообще прожал Меку? А, Мека же у этого, у Вайпера. Ой-ой-ой. Сейчас могут быть проблемы огромные. У Тини куда Геркоптер пошел. Кинетик Филд. Кинетик Филда не было. Вернули сюда на Гримсе. Тини. Хорошо. Аваланшев закинули. Еще Дарксира подставил за Стиник. Ракетка от Геракоптера летит. Очень больно сейчас будет. Тинику еще догоняет сзади Геракоптер. 375 урона. Надо что-то сделать. Так. Тихо. Тихо. Тини. Что будешь делать? Флокена не долетела немножко. Но вторая ракетка уже за тобой летит. Тебе надо как-то спасаться. Тини просто-напросто фармит крипов. И скорее всего умрет здесь. Да. Вот. Выкупается Дарксир. Блин, отчаянный выкуп сейчас от ребят из команды. Киски идут, серьезно. Так, Вайпер Страйк опять-таки в эрочку залетел. Пытается харасить Сайлентер, залетать сюда. Туск на сноуболе, вот распальш, все это не попало в Сайлентер, заявил. Сейчас в эрочку пожимает просто-напросто виндран, под виндран выживает опять-таки кулдаун от Геракоптера с Рокет Бэрриджем. Убивает здесь ВР, в эрке не будет 61 секунду. Уходит Вайпер, Вайпер. Что это вообще происходит? Что вообще происходит? Тени улетают. Верочка умирает, умирает Сайлентер. Еще и огромные проблемы могут быть у Дарксира. Дарксир тоже умер, лол. После выкупа здесь Тиник остается один-единственный с виспом. Ее опять-таки, блин, как же больно сейчас этому Тини от виспу, господи, от Вайпера, серьезно. И вообще хз. Почему Вайпер настолько жесткий? Так, все, я опять отвлекся. Ой-ой-ой. Так, Геракоптер 18... Ой, господи, Вайпер 18 левела. Рядом с ним Геракоптер тоже 18. Туск 15. Дизраптор тоже 15. С Огнем Скептором. Два Обсервера Варда, два Сендрика. Забирают руну богатства. Или не забирают? Забирают. Поставил Обсервик. Он даже Сендрики не ставит, потому что, наверное, понимает то, что нету здесь у врагов никаких абсолютно Вардов. Киски сейчас, они серьезно, очень аккуратно фармят свои лесочки, потому что выбора у них абсолютно другого нету. Вот и все. Что прилетело? БКБ и прилетело Тиня. Вот если сейчас с БКБшечкой Киски не покажут достойный файт, то я считаю, что шансы дальше у них достаточно мнимые, серьезно. Потому что, ну, тяжело, тяжело. Два телепортика сразу же на ботом от виспа и Тини, я так понимаю. Да, они прям вообще одно целое, серьезно. Вот, ну и Тини, в принципе, быстро задефает этот лайн, но все равно. Этих крипочков. Вот, ну и, кстати, топу сейчас СМ, походу, будут перетягиваться. Два иншелла Дарксира. Опять-таки, забрели их достаточно быстро. Собственно, Рокет Берджем от Геракоптера. Особых проблем не составляет. Ну что, 14-й Дарксир кинул себя иншелл. Надо ему как-то сейчас стараться уходить.
Либо будет какой-то файт или нет. Или не будет файта. Так, Дарси хорошо, фак, он прожимается, Global Silence заходит сюда. Тинит, Тос, Аваланч пытается подцепить Винтерверну, надо убивать Global Silence. Есть еще второй. Второй прожимается, Винтерверна все это время без кастов. 60 секунд его не будет, 70 секунд не будет Вайпера. Пытается убить сейчас Гирокоптера, Тинит с виспом. Господи, как же я уже голос срываю. Ее проблемы тоже у Туска, Туска тоже убивают. 2-3 размен. По варшотикам выручка все-таки не попала по гирокоптеру, но Вижн дала она на него определенно, но смысла от этого абсолютно никакого. Вот так вот. Вот. Ну что, 40 минут уже идет эта игра, я так и думал, что в финале у нас будет... Вот, я на самом деле не думал, что в финале будет игра такая тяжелая, вот, но... Так, Туск 16 левела. Есть у него БКБшечка, собственно, Армалет. Армалет у него уже давно был, он еще его здесь пытался обузить, когда бараки бил. Так, ну и остались под смоуки. Сейчас глобал прокатится только через 10 секунд, кулдаун рефреша еще вообще целых 70 секунд. Поэтому такое дело. Так, ну и под смоками Сэмми сейчас стоят на вражеском хайграунде. Это даже на самом деле не шутки. Так, Вайпер Страйк пошел, Дарксир его отпрыгнул от него сразу же. Вот это львиная реакция просто. Так, ну и, наверное, надо бить вышечку, да? Сэмми сейчас переходит к избиению вышки. Так, Дарксир, вакуум прожимается, Global Science поджимается, стеночка опять-таки от Киркоптера, все очень больно заходит, здесь бывает Верочка, умирая следом за ней, Дарксир выкуп от Верочки, 60 секунд не будет Дарксира, Верочка выкупилась, летит сюда, ракеточка от Гирокоптера, в кого она вообще поставлена, с шкалышотиком, никого не связала, повышет, принканул, сразу же сюда убила Гирокоптера, 79 секунд Гирокоптера в этой игре не будет. Так, Тини, Аваланж, хорошо, ставится кинетик фил, кстати, Шторм, опять-таки хилочка от Винтер Виверна, очень огромные проблемы могут быть у Тиника. Ой-ой-ой, как же больно, как же сейчас от этого виспа, тоже очень больно нарезают висп, выкуп, хорошо, стеночка все это время стоит, но никаких продвижений вообще, Вайпер Страйк, опять-таки в сайленсер от Вайпера. Какой раз за файт вообще уже этот Вайпер Страйк скастован был? Так, опять какие-то замесы начались, опять-таки Вайпер Страйк от Верочки, в Глиммер Кэп закинули Вайпер, Вайпер живет. Верочка, скорее всего, здесь должна умирать, Верочка умерла. Винтер верно не хочет отпускать здесь еще и Виспа, Тини остается один в живых, Виспа, скорее всего, здесь должны наказать. Гонят его здесь этого Виспа. К Тинику он притягивается, Лол умер, кстати, Вайпер, огромные проблемы могут быть как раз-таки у СМов. Так. Тосик, хорошо, с руки надо сейчас харасить, стоит центре вард, Гемов срусает, лежит на полу, просто-напросто можно его зацепить. А Валаншем немножечко Тини не достает, надо, Тосик, Тосик. Просто Тосик. Боже мой, что происходит? А, все-таки убили из Раптора, кстати. Ну что, минус 5 делают киски на данный момент. Это великолепно. Правда, это значит то, что игра затянется надолго. Такие пироги. Ну что, ждем еще кучу времени, пока эта игра закончится. Вот, ничего страшного. Так, Туск. Туск, господи. В тени, кстати, появилась Кираса. Так, Сноубола, Туска, Валрас, Пан, 605 урона. Блин, БКБшечка прожимается, все это так вовремя. Сигель, прилетает сюда, Висп, очень хорошо хили своего тиммейта. Надо что-то делать сейчас.
Надо цеплять. Куда он гирокоптер пошел? Все это не заходит в БКБ-ху. Но гирокоптер здесь нарезает виспа. Виспа здесь, конечно же, убил. Что бьет вообще Тиня? Глобосанец прожимается. Тиня уходит в глиммеркейп здесь. Закидывает его в глиммеркейп. Но уйти отсюда нет возможности, скорее всего. Аваланж полетел сзади. Вайпер бьет. Вайпер страйк с руки. Надо сейчас нахарасить. Винтер верно уходит в хилочку. 99 секунд не будет здесь. Тиника уходит отсюда на телепортике Дарксир. И ракетка летит за ним на базу. Ну, я так думаю, что сейчас Сэмы, наверное, будут заходить дальше на хайграунд. Ебать, он балаболит. Я нихуя не понял. Матюги, ребят. Дай балабол вообще, серьезно. Такие дела. Капитатор нового поколения. По-любому. Так, ну, СМ сделали минус 2. Убили очень сильного героя. Виспа убили, саппорта тоже невероятно сильного. И ничего не сломали. Ну так вот. Так, ну что, собственно, сбили сразу же тут линкосферу у Жашанчика. Вот, ну и заходит на него, конечно же. Саша Яш у обоих, у Вайпера, у Гирокоптера прокает изрядно, поэтому вон они какие медленные. Вон он какой медленный, точнее этот Рошан. Клэпнул в последний момент, через Аегис у Гирокоптера и Вайпера. И в принципе теперь с данными слотами и айтемчиками можно заходить дальше, я считаю. Так, вот просто легчайший килл на виспе. Виспа не будет целых 67 секунд. Но у него есть выкуп, если что, избыток. У него целых 5 монеточек, поэтому это не так страшно. Так, ну и очень быстро падает вышка. Серьезно, быстро вышка падает. Коля, попей водички. Нет. Так, Last Ford от Silence разлетел на гирокоптера, айс-шарзы пошли от Туска. О, ну и заход на хайграунд. Что если этого, собственно, ожидать? Гриф прожимают ребятки из команды Киски. И все окей. Так, Вайпер Страйк пошел, Last Ford на Вайпер висит. Не успел в этот раз Дрекси заявить ульту Вайпера. Глифа теперь нету. Так, шикалшотик с рипом связала Вайпера в Глиммер Кейп, его сразу же кинули. Вот, ну и... Будут бить, конечно же, бараки. Второй лайн уже у ребят из команды Киски падает. Сделать они против них ничего пока что не могут. Нету здесь виспа, нету Тиника с вот этим вот атак спидом, который был бы с виспом. Вот. Ну и, наверное, СМ сейчас перетягивается на последнюю вышку. Last Word опять-таки вот Сайленсера на Вайпера. Ой-ой-ой, как больно. Сейчас гирокоптер Глоба Сайленс прожимается в вакуум. Дарксира хорошо ставится стеночка. А Егис, есть же у гирокоптера, ничего страшного. Надо бить сейчас-то в раз, скорее всего. Они байтятся на файты. А Егис кончился у Гира. А Егис, точнее, сбили. 6000 монет у гирокоптера. Просто стрим включил, а ты как пулемет. Я хз. Сори. Так, Вайпер 21 левла. Хорошо, вышечку забрали. Значит, адрас. Вайпер страйк пошел, все это залетает. ВРшка подключает погром. Ну и килдаун от гирокоптера. Кинетикфилд, кстати, что он все это стоит. 4 убийства сейчас от гирокоптера. Ультракил и ГГВП прописывает висп. Просто киски не выдерживают. Так, ну что? Very good game. Серьезно, финалист, победителями в финале становятся ребятки из команды Sick Movie. Я их с этим поздравляю, они проходят... Собственно, они выиграли АМ Лигу плей-офф номер 76. Вот. Всем спасибо, кто смотрел стримчик. Вот, я хз, кому понравилось, кому не понравилось. Вот.